Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Этот день вы проведете на редкость гармонично и плодотворно, а при этом хорошо отдохнув. Телец. Малоприятные и неожиданные известия несколько подпортят вам этот день. Близнецы. Ваша привычка бросаться на амбразуры чужих проблем в этот день даст сбой. Рак. Этот день покажется вам приятной прогулкой по волнам любви, дружеского участия и взаимопонимания. Лев. Пассивный день, который подарит вам огромное количество виртуального общения. Дева. В этот день радости будут перемежаться разочарованиями, правда, в небольшом количестве. Весы. Вдали от дома только быстрое решение избавит вас от разочарований судьбы. Скорпион. Замечательный отрезок вашей жизни. Вам удастся совершить что-то по-настоящему потрясающее. Стрелец. Этот отрезок недели благотворен для заключения контрактов или дорогих покупок. Козерог. Служебные перипетии будут вас волновать в этот день меньше всего. Водолей. Вас ждет положительная ожидаемая реакция на все ваши инициативы. Рыбы. Будьте внимательны ко мнению других и старайтесь вести себя гармонично, чтобы не попасть впросак. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!